Добрый день! Сегодня уже четвертый день. Ой, тяжело. Но есть не хочется. И, то есть, нет, не ощущение голода. Ничего, да, пью воды. Воду пью, но голода нет совершенно. Легкость в теле. Больше двигаюсь, то есть даже вот ровненько могу сесть. Спина не болит. Раньше все чесалось, теперь меньше чешется. Ну вот, после уколов, да, ору. Больно очень. Даже не ожидал, что так будет больно. Даже голос сорвало. Так надеюсь, что будет все хорошо. Ну вот сегодня ты у нас ничего не ешь, ни касторки нету, одна вода и масло, и бетулин. Все это ты принимаешь? Да, пью воду. Соль обязательно. Содой заедаю, пью воду. Больше в туалет хожу, бегаю. И даже моча это светленькая стала. Это очень хорошо. То есть все работает. Живот меньше стал вот здесь вот. Даже он мягче стал, нет такого вот. Так, Ира сегодня говорит, давай касторку. Я говорю, нет. А почему тебе так понравилась касторка? Потому что еда, стакан грейпфрутового сока. Вкусно, касторка с соком вкусно. Да, тем более там ее совсем чуть-чуть. Вот расскажи про свои ноги. Вот вчера мы тебе сделали перевязку с пистовым бальзамом. Ты орала, будь здорова. Ой, очень орала, сорвала голос. Орала целый час. Я думала, сейчас успокоится. Ой. Вот здесь вот видно. Но у нас пихтовый бальзам, он дал вот эту вот корочку. Она, конечно, потрескалась, потому что кожа сухая, но она, по крайней мере, здесь начала, будет под ней заживать быстрее. Это самое главное. Сейчас вот это мы все обработаем. Опять будем обрабатывать сегментарным гелем виватоновским. Он будет это все питать и обезболивать. И только потом, на ночь, мы ей сюда. Даже, наверное, сегодня не будем наносить пихтовый бальзам, потому что у нее корка есть. И ей такие мучения не нужны. Но мы сегодня уколем ей вот в эти уколы. Не, уже не бетулин, вытяжку из березы, а мы уколем сюда вытяжку из полыни. А нет, вытяжку и лук-чеснок. Это вот у Солодовникова есть такой сбор, ну, такая вытяжка называется киназ. Вот его, потому что у тебя тут все равно всякая бяка есть. И поэтому, ну, будет температура, не будет, не знаю. Вчера не ты как ночью себя чувствовала? Я ночью заснула-то не очень, потому что болела сначала все, пока я успокоилась, пока все это слово заснула. А ночью проснулась жарко. То есть я вся потела. Ну, температура была, видимо, да? Я не мерила температуру, но наверняка была, потому что я вся мокрая была. Mm-hmm. Я где-то часов 7-8 проснулась, раскрылась вся, вроде как... Потом вроде полегче стало. Но вот сейчас уже у Ирины, вот заходишь в туалет, уже нету вот этого вот кислого запаха, который был сначала, да, потому что воняло. Сейчас уже этого нет. Сейчас она уже у нас за 3 дня прочистилась. Сейчас уже тело не так пахнет, в комнате не так сильно пахнет. Хотя мы все время окуриваем, у нас есть шаман-трава, мы окуриваем шаман-травой, и мы окуриваем все дегтем. Потому что чистим пространство, чистим помещение от всех вот этих бяк, которые... выходит, потому что грибов много, да, и с микробами. Ирина все время все кругом обрабатывает. У нас есть пробиотики от Владимира Колчина, и мы все помещение, все везде моем, чистим только этими пробиотиками. И мне на руках легче стало, у меня вот этот вот зуд прошел, а то вообще был кошмар, я чесалась прям кошмарно. Ну, вчера мы тебе гель нанесли, скорую помощь. ЛРовская, она очень хорошо, тебе вот надо ее купить будет и наносить, потому что он защищает. И кислотно-щелочной баланс на коже соблюдает. То есть хорошая вещь такая вот именно в таких случаях. Ну вот так вот, Ира наша жива-здорова. Не переживайте, кто за нее переживает. Все будет хорошо. Потихонечку все движется. Будет потом дома лечиться. Всем пока-пока.